Грубить не надо. Ты долбанулся, мы так вообще никуда не доедем. Ты как, братишка? Вроде дышит. Что это вообще такое? Улитка. Улитка? Зачем? И где ты их взял весной? Я ему купила в зоо. Он просил. Я думала, это место кошки там. Ты зачем их съел? Челлендж. Ставьте лайки. Ты что, видос записывал, как улиток ешь? Подписывайтесь. Вкусняха, наверное. Просто ты не умеешь их готовить. Знаю я одно местечко. Это мы уже проходили, и я больше дагестанскую кухню люблю. Нам, значит, больше достанется, да, братишка? Давай договоримся. Захочешь улиткой закусить, просто попроси. В ресторан сходим и вкусно, и под присмотром. Челлендж устроим, кто больше съест. Ок? Я, конечно. Тренировка. Говорю, это семейное. Еще один понторез растет.